Всем привет! В прошлый раз мы смотрели с вами разные украшения для елки и варианты того, что можно под нее положить. Сегодня мы продолжим нашу новогоднюю тематику, потому что до Нового года очень мало времени. Я хочу вам сказать, что у нас в Бифри на кассе можно будет купить классную новогоднюю подарочную упаковку с эксклюзивными стикерами, которые мы приготовили специально для вас. И сегодня мы посмотрим, что же в эти коробки можно положить. Мы зайдем в женский отдел, в мужской отдел, и там реально очень классные подарки уже пришли. Пойдемте. Что дарит на Новый год? Как мы уже с вами говорили, пижамы, тапочки, носки и, конечно же, вот такие классные новогодние джемперы. Только посмотрите, насколько он праздничный, прикольный и насколько приятно, мне кажется, будет получить такой джемперок. И обратите внимание, что это не просто джемпер, да, который вы сможете положить в подарочную упаковку. Мы сделали для вас, за вас все. Для вас и за вас. Здесь есть вот такая клевая открытка, которую наши дизайнеры разработали специально для вас. Просто вот такое вот пустое место. Здесь можно написать пожелание, все это красивенько сложить и положить в нашу новогоднюю упаковку. Стоит такой джемпер 1999 рублей, прекрасная цена и полноценный подарок. Есть вот такой вот клевый олень. Все джемперы реально теплые, мягкие, они объемные. Здесь везде можно что-то потрогать, не знаю, что-то блестит, звенит, что-нибудь мягенькое есть. Короче, классный джемпер, в котором можно круто провести новогоднюю тусовку, если вы не хотите идти, например, ни на какую вечеринку, хотите остаться дома, позвать друзей, можно всем, опять же, подарить вот такие джемперы и устроить битву подушками, не знаю, чем угодно, елками, главное, чтобы не бутылками, знаете, вот в таких классных джемперах. Так, есть еще вот такой вот красный, который звенит, здесь вот такой смешной собакен с оленьими ушами, с бубенчиками. Вот такой клевый. Есть еще вот такой вариант красного джемпера с... Это кто? Это пингвин, что ли? Пингвин, стилизованный под елочку, у которого на самой макушке вот такая вот блестящая звезда из пайеток. А, хочу показать... Сейчас будет... Друзья. Блин, здесь батареек нет. Короче, я... Здесь можно... Ну-ка. Не надо батарейки, не надо батарейки. Смотрите, какой джемпер. Ну, вообще. Представляете, подарить такой джемпер и тусоваться в таких джемперах всю новогоднюю ночь и 1 числа, и пока эти батарейки не сядут. Вы представляете, цена за этот джемпер тоже 1999 рублей. Клево. В общем, открыточка тоже есть. Огоньки мигают, я думаю, все это видят, я в полном восторге. Мне кажется, как эти друзья, которым вы такой джемпер подарите. Поэтому, главное, кстати, самое, не стирайте его. Его нельзя стирать. По-моему, здесь должна быть какая-то определенная технология. В общем, есть ярлык, на нем наверняка написано все, что нужно делать, поэтому будьте осторожны, старайтесь не падать лицом в грязь, в салат этим джемпером, иначе вы потом не сможете его постирать в машинке. Но джемпер клевый. За 1999 рублей это, конечно, вообще просто подарок. Есть вот такой классный джемпер с Santa Baby, детка. Здесь комбинация вот такой травки и красных пайеток. Сам джемпер достаточно легкий, поэтому вы вполне можете пойти в нем на любую вечеринку, на корпоратив, на тусовку, и вам не будет в нем жарко, а выглядит он очень круто. Стоит такой джемпер 1999 рублей опять же. Что еще есть? Есть еще вот такой со смешным енотом. Новогодний енот встречает нас, тоже комбинация пайеток и объемной вышивки. То есть это не просто какой-то принт, это действительно такой очень плотный, объемный вышитый принт, который будет прекрасно себя чувствовать после многих стирок. Еще один вариант новогоднего подарка, ну почему бы и нет? Я считаю, что в Новый год реально не нужно запариваться и дарить какие-то супердорогие вещи, потому что это все-таки действительно семейный и такой теплый праздник, и любая вот такая вот милая, уютная вещь, которая согреет в холодным вечером или пригодится на выездной прогулке, она классная. Поэтому у нас есть вот такая вот женская шапочка. Ну, она не обязательно, кстати, может быть женская, мужская, мне кажется, вообще без разницы. Смешная вот такая бомбошка. А здесь надпись «Begins». Шапка стоит 899 рублей, теплая, прикольная, опять же, красная. На Новый год самое то. Посмотри, это моя собака должна быть. Думаю, не нужно объяснять, почему. Вот столько много у нас всяких разных новогодних футболок. Для тех, кто не хочет дарить джемперы, у кого много друзей и кому, короче, нужно много-много-много подарок, посмотрите, какие классные есть футболки.
Мне очень нравится, что здесь елки зеленые написано с Новым годом. Елки зеленые. Ой, классно, когда русские надписи, это, конечно, кайфово, потому что это как-то так очень персонализировано и по-русски, короче говоря, по-нашему. Вот такая классная футболка. Опять же, хочу обратить ваше внимание, что BeFree позаботился о вот таких вот новогодних открыточках. Здесь написано: BeFree желает тебе счастливого Рождества и целует в обе щеки. Моя фраза. Короче, такие классные голографические переливающиеся открыточки есть на каждой футболке. Можно оторвать ценник и прямо вот вместе с этим пожеланием подарить футболку, положить ее опять же в нашу коробочку бифришную, обклеенную клевыми стикерами, и подарить. Стоит такая футболка 699 рублей. Представляете? Я просто себе представляю, сколько будут стоить все вот эти вот штуки под Новый год во всех магазинах, поэтому реально, пока еще есть месяц, срочно бегите, покупайте, иначе потом всего этого не будет. Не будет. Есть еще вот такая вот. Написано: верю в Деда Мороза. Здесь вот такие вот смешные вот ребята, пингвины, снеговики, елочки. Это печеньки, мне кажется. Есть вариант для любителей черного. Это, видимо, я. Классно, здесь написано: я с родителями встречу, потом к вам подъеду. Это вот, мне кажется, все так, когда договариваются, типа, где ты будешь встречать Новый год. И многие говорят, типа, я сначала с родителями, потом к вам подъеду. После часу или после 12. Вот эта футболка для тех ребят, которые всегда так отвечают. Что я потом к вам подъеду. В итоге потом приезжают, когда все уже спят. Ну, такой обязательный тусовщик. Блин, такие надписи классные. Я вообще в восторге, если честно. Даже если у тебя нет ощущения Нового года, можно накупить подарков, самому нарядиться, и уже будет как-то абсолютно по-другому. И есть для девчонок, но это же точно для девчонок, вот такие смешные, стилизованные тоже футболки, абсолютно тоже новогодние. Такие футболки стоят 799 рублей. Чем они отличаются от предыдущих? Эти более свободные, они хлопковые. Здесь более узкий сам силуэт, он не притальный, они просто более узкие, чуть более короткие. И здесь уже, я чувствую, есть трикотаж в составе. Пойдемте к парням. Наверняка у них тоже что-то пришло. Нет, это так смешно! Обратите внимание на этот джемпер с Дедом Морозом, который неудачно присел, раскладывая подарки под елку, и у него кое-что торчит. Ну, конечно, это стебно, это реально для самых смелых. И мне кажется, что такой джемпер могут носить как девчонки, так и парни. Вообще все, кто угодно. В общем, джемпер очень классный. Он стоит 1999 рублей. Опять же, прекрасная цена. Короче, я хочу такой джемпер. Жень, тебе подарить такой джемпер на Новый год? Типа, ты же не проносишь джемпер с Дедом Морозом всю зиму. Мало кто на это решается, ты типа носишь его там первую за неделю до, за неделю после, и потом откладываешь его, так сказать, до следующего года. Если вы более практичные, в чем я вас поддерживаю, своему парню, мужу, там, папе, кому угодно, можно подарить один из вот четырех джемперов, которые лежат сейчас перед вами. Клевые такие скандинавские принты, вот этот вообще чудесный, опять же, цветовая гамма абсолютно новогодняя, но при этом джемпер сам по себе очень стильный и, между прочим, очень теплый. Посмотрите, какой он красивый. В таком джемпере можно встретить Новый год, в таком джемпере можно поехать на природу и, в принципе, гонять каждый день. Он очень круто выглядит, и он действительно достаточно плотный, у него не один слой, здесь как-то вот какая-то такая вязка, объемная, в общем. Джемпер тоже стоит 1999 рублей, и все, которые лежат, стоят 1999 рублей, поэтому просто выбирайте, какой вам нравится больше. Свитшоты никогда не потеряют своей актуальности, поэтому в Новый год, конечно же, у нас тоже есть свитшоты. Посмотрите на вот эту классную компашку. Ярко-красный свитшот с утеплителем стоит 1799 рублей. Опять же, прекрасная цена. Вот такой вот клевый новогодний принт и надпись. Абсолютно классическая, крутая модель. Соответственно, тоже влезет в нашу коробочку. Так что, кто хочет подарить свитшот, вот есть такой вариант. Тут какой-то рисуночек. Кости. Ну, кости, знаете ли, остаются только до Нового года, в новогоднюю ночь. Все кости обрастают салатом оливье. Они могут остаться только вот на таком клевом свитшоте. Кто здесь? Здесь вот такой вот классный скелет в новогодней шапке. Когда ты мертв изнутри, но это же Рождество. Ну да, действительно. Ну, это же Рождество, надо хотя бы шапку надеть. Короче, вот такой классный свитшот, тоже 1799 рублей. Вот есть еще такая футболка с похожим рисунком, только в другой цветовой гамме. Она стоит 799 рублей. Хлопковая, свободная,
Прикольная футболка. Есть вот такая вот. Ой, клево, не знаю, мне кажется, в такой футболке вообще прям незапарно отметить Новый год. Не нужно надевать вот эту вот рубашку, там, не знаю, бабочку пялить. Вот такой вот total print. Это, кстати, для тех, кто собирается праздновать Новый год не в России. Короче, вот такой классный Дед Мороз в очках на серфе встречает вас тоже за 799 рублей. Гавайская рубашка в новом новогоднем прочтении просто. И последний рисунок для совсем таких ребят минималистичных. Тоже 799 рублей. Для тех, кто хочет подарить прям совсем новогоднюю шапку, чтобы ее можно было надеть, опять же, в новогоднюю ночь, там, в комбинации с джемпером, свитшотом или чем-то еще новогодним, есть вот такая вот прикольная шапка с надписью «Merry Xmas», с бомбончиком тоже, стоит она 899 рублей, теплая, уютная, прикольная. И для тех, кто хочет стилизовать шапку под новогоднюю, но при этом дать ей возможность существовать еще всю зиму, есть вот такая вот шапка красная, ой, с зеленым, с надписью «Happy». И она стоит 799 рублей. Но эта шапка не только для Нового года, это просто клевая шапка в новогодний, ну не в новогодний, а в зимний принт в новогодний. Я думаю, что на данный момент информации достаточно, переваривайте, но долго не думайте, потому что, повторюсь, скоро будут огромные очереди, лучше приходите к нам в гости в магазин и думайте уже на месте. Вы уже все видели, можно проматывать видео, смотреть, какие вещи вам понравились, показывать нашим ребятам-продавцам, они скажут, где эти вещи лежат, сразу же быстро схватили, купили наши новогодние коробки, побежали счастливые и довольные с уже готовыми подарками. Ждите следующего видео. Там я буду наконец-таки рассказывать про праздничную коллекцию. Я вам давно обещаю, я знаю, но я жду, когда она придет полностью, чтобы уж прям бомбануть. А под этим видосом пишите, какая вещь понравилась вам больше всего и в чем бы вы встречали Новый год с друзьями. Все, целую вас, люблю. Бифри вас тоже любит, целует в обе щеки. До скорых встреч, пока.